Здорово. Здорово. Потеря. Слушай, мы же тебя потеряли совсем, а? Да. Да я забурился. Что там, что у тебя случилось? Так. Проблема? А как сейчас с работой у тебя? Ты сейчас он с кооператив устроился. Оттуда тебя как? Попросили? Да. Понятно. Я уже привык к этим. У меня большинство все такие люди. Неустойчивые. Я привык. И у меня некоторые по 10 раз приходили, я принимал их на работу. И также им уступки все делал. И опять же, до первой получки, и все, опять загудели. Так что он ко мне не приходил, мы с ним не разговаривали. Когда он пришел на работу, а у меня такая ситуация сложилась, что некому было на вагон. А он приходит, говорит, я не полезу, я с похмелья. Ну что это такое, пришел на работу с похмелья. После пьянки я еще не отделался. Вот значит, у меня бокара. Ну я же слесарь, да, Саша? Вот если так вот сначала взять, так вот, за сварщика, мне никто не платил за это. За того же рабочего тоже никто не платил. А работу давай, пожалуйста. Всегда работал, никогда не отказывался. Никогда. Правильно? Не было мне, чтобы я такое пошел, знам, сказал, да я не буду это делать, и пошел в сторону. Не было. Как вы сказали, я так всегда делал. Когда было, когда ты работал, тебе никто никогда ничего не мог сказать. Правильно? Все правильно. А когда... раз отказался, все. Нет, не раз. Балкон, или, можно сказать, ну, иди домой. Все рассчитывался. Я просто развернулся и ушел. Но все, что я сделал. Нет, не думаю. Ну, если все такие будут у меня, что придешь, что сложится такая ситуация на работе, что некому, и ты уйдешь, значит, что, производство закрыть и пусть стоит? На твое мнение, ты же взрослый человек. Я считал, это правильный мир. Серьезный мир. За каждое слово ты должен ответить сам. И прежде чем сказать, думать. Ну, равносильно той же реликве, что молятся в церкви. Также я верил, что, например, сейчас люди верят в Бога. Значит, не можешь гарантировать, что ты выйдешь отсюда кристально чистым и честным человеком, да? Нет, не могу. Пока еще ни разу за собой не чувствовал, чтобы какое-то раскаяние во мне было. Вот я удивляюсь, когда в изоляторе сидел, когда приходят молодые ребята, вот тот, кто только что попал, там мучаются у них гонки, там по воле, что от воли оторвались, там плачут. А у меня такого не было ни разу ощущения, что по воле скучать. Бывает иногда так, задумаешься там с девчатами бы посидеть, а так нету такого ощущения, чтобы там по матери скучать или по какому-то. Это удивляет даже сам на собой. Сколько вот видел, все через это ревут все там, все жалеют, что вот кражу совершил. Вот, жалеть-то, конечно, я тоже жалею, что я совершил. Но чтобы такое, что по воле скучать, не было у меня такого. Даже не сам не знаю почему. С Пешкова, когда я пришел в 84-м году, там, да, ревел я тоже, что потерял свободу. А потом вроде привык, и как-то после того никаких у меня чувств не было, что по воле скучать. Но я сейчас ухожу на спецусиленный режим, в камерное положение, на камерное положение, и хочу со спецусиленного подняться на строгий режим. Сейчас мне на камерном положении год останется сидеть. В 89-м я поднимусь уже на строгий. Или на восьмерку, или на девятку, или на десятку. На нашей зоне, по области. И там хочу искать справедливость. Ну, планы у меня на будущее, как я на воле не смогу жить. У меня, чтобы хорошо тут жить, цель дойти до строгого режима, стать фраером или вором. С фрарами я на строгом режиме уже все обговорено у меня. За мной уже присмотрели, все. Ну, как говорится, в своей семье я свой человек. У вас есть такой какой-то статус? Вора в законе? Сейчас у меня его нет. Нет, да? Нет. Но вообще был такой, да? Был. Вася Бриллиант. Вы были с ним знакомы, да? Было одно время. То есть вы вместе находились в заключении? Да. Ну что это был за человек вообще?
Ну, понимаете, за этого человека могут разные там ходить слуги. Лично для меня, я считаю, что он нормальный человек был. Лично для меня. А там для кого-то, может, он там и подлец был, для кого-то такой-то был, для кого-то какой-то был. По-разному же люди говорят. Для администрации, допустим, это был невыносимый человек. А у него был авторитет большой, бриллианты. У него прислушивались к нему основная масса. Для меня был нормальный человек. Бабушкин Владимир Петрович, 1926 года рождения. Он же Иванов Василий Петрович, 1931 года рождения. Кличка Вася Бриллиант. 20 мая 1950 года Бабушкин вместе с другими ударами заточек убил в зоне осужденного Баранова. В ходе следствия выгораживал пахана, брал вину на себя, осужден на 25 лет. Через 3 месяца в СИЗО совместно с осужденным Куволдиным задушил осужденного Терентьева. Осужден на 25 лет. 1951 год. За нарушение режима и нападение на надзирателя 3 раза водворялся в ШИЗО. 27 мая 1955 года готовил побег. В зоне был прорыт подкоп. Готовилось убийство надзирателя. В ходе этапирования готовил побег из вагон-зака. Вырвано 4 доски. Ну, ты кого-то можешь назвать вот, из тех людей, которых ты уважаешь из мира? Вот. Из преступного мира? Из преступного мира, да. Авто дикого особого режима. Кого там еще? Ну, отца своего. Отца, да? Ну, отчима. Отчима, да? Ты его видел недавно? Видел. В девятке? На девятке видел. Ну и как это, впечатление осталось от встречи этой? Конечно, ну, жизнь-то, конечно, отнят у него. Легкие, там, язва. Ну, у меня тоже, кстати, уже язва. У тебя ясно? Вырезали уже. Журавлев Олег Викторович. Начало срока 20 мая 1987 года. Конец срока 20 мая 1989 года. 4 марта 1988 года проглотил 20 гвоздей 5 сантиметров длиной с целью вывода из ШИЗО. Направлен в больницу. А тебе сколько лет? 17. И то не полных. 20 мая исполнится 17. 27 мая. Уже черная сторона легкого уже почернела. Ну, надо все равно своего добиваться, если цель поставил, надо идти к ней. Раньше тоже отступал от своей цели, но сейчас мне неприлично отступать. Но тебе не жалко себя? Мне? Нет, для справедливости не должно быть жалко. Ты считаешь, это верный путь? Считаю, что это верный путь. Вот ВТК 6. Находились в городе Соликамска, встретились в 90-м году. В ПКТ? Да, Сидкарев был водворен в ПКТ, так. А Поляков был дневальным в этом ПКТ. То есть это «Белый лебедь» называется? Так называемый «Белый лебедь». Да. Ну, поскольку у них были уже ранее неприязненные отношения, то они не улучшились к этому когда моменту. Когда они встретились снова, да? И когда они встретились снова, угу. Поляков стал избивать Сидкарева. Не только оскорблял, избивал. Притом избивал, как он поясняет, жестоко. В судебном заседании это не опровергнуто. Это, в общем-то, достоверно установлено, установлено приговором суда. Угу. И Сидкарев не мог найти себе защиты в лице администрации. Хотя, угу, в общем-то, к администрации он обращался. А Поляков был как бы там дневальным, да? Дневальный. Невальный, там из числа заключенных, он следит там за порядком. Он помогал администрации. Как помогал бы. Администрации, да. И защиты уже Сидкарев у администрации не мог найти. И синяки, и другие там телесные повреждения администрация, в общем-то, не замечала. Угу. А потом Поляков этот был направлен в колонию, как раз там, туда, где отбывал наказание Сидкарев. Ну, в колонии сразу распространилось слухи о том, что Поляков приехал, в общем-то, его знали как личность, поскольку он был дневальный. И, естественно, у Сидкарева возникли определенные здесь волнения в отношении вот Полякова. Утром, когда отключили свет в колонии, угу, Сидкарев пришел в тот барак, где спал Поляков, и убил его 2 ударами колена. Нанес 2 удара колена по голове. Угу. От полученных телесных повреждений Поляков скончался. А как вы беседовали с теми заключенными, которые
были в это время в бараке. Да, они проходили свидетелем по делу. И как они оценивают поступок Сидкарева? Ну, поступок Сидкарева, они все, практически все, почти допрошенные свидетели, они говорили, что действительно они знали, полколонии, как не поясняли, знали, что Сидкарева Поляков избивал, когда они были в ПКТ. И, в общем-то, так проскальзывало, что Сидкарев как бы обязан был это сделать. Вынужден был убить. Он, например, заявил мне, и на суде он заявил, что у него не было выхода. Во многих зонах существует такая система двух властей, то есть власть с одной стороны администрации, с другой стороны власть авторитетов. Это все зависит от человека, который называется вором, понимаете? Один человек может поставить так, другой поставить так. Все же зависит от человека. У одного умственное развитие такое, у другого такое. Один может так поступить, другой может по-другому поступить. Один скажет, там, а там кто-то провинился где-то, ну в чем-то, сломать его, или убить, или зарезать. А другой может его просто поругать, правильно же? Все это, разница же есть какая-то. Ну, вообще, эти законы, это как бы вот эти вот исполнения, эти воли авторитетов на зоне довольно жесткие, да? Ну, конечно, а как же не жесткие? Конечно, жесткие. И убивают же, и бьют до потери сознания, и все же делают. 15 февраля 1958 года в поселке Абиськоми СССР около 150 осужденных, открыв изготовленными ключами камеры, организовали воровскую сходку. Руководил сходкой Бабушкин, кличка Вася Бриллиант. 13 сентября 1971 год. Из постановления сессии Свердловского областного суда, город Ивдель. Шагивалиев и ранее неодобрительно высказывался о ворах в законе. В августе 1970 года, когда в ИТК-22 произошли массовые беспорядки и был убит вор в законе Дорошин по кличке Любимец, Шагивалиев не принял мер к спасению Дорошина. Поэтому по решению сходки во главе с Бабушкиным 10 человек, личности других не установлены, принудили контролеров открыть двери камер и совершили убийство Шагивалиева. Сейчас вот не боишься говорить? Так вот меня же сгноят за этот базар. Меня же сразу сгноят туда. Я закрою сразу сейчас. Вот сейчас? Сейчас прям закрою, если узнаю, о чем я говорил, я сразу закрою. Иди зов. Ну а ты все-таки говоришь? Ты мне молчать, все мне молчать. Я сразу говорю, что тут нету советской власти. Что нужно сделать? Тут ставят свою тактику. На нашу тактику не смотрят. Я говорю, на тюрьме и вскрывался, и вешался. А что толку? Вскрылся, руки перебинтовали, наручники одели, как оттарабанили. Думаю, что к шканарям пристегнули, чтобы не вскрывался. Погиб у нас один молодой парень, который проглотил вот из числа вот этих вот мелких деталей, которая перфорировала пищевод, вызвала воспаление средостения, медиастинит, и дополнительно перфорировала еще и аорту, что, естественно, привело к смертельному исходу. И часто бывает смертельный исход? Нет, по инородным телам 2-3 случая возможно. И как они лежат в больнице после этого? После этого, если в течение 20 дней, если без всяких осложнений. В основном это молодые, имеющие первую судимость, находящиеся в следственных изоляторах. Оттуда основной контингент. А цель, идет. Вот цель, почему не хватает? Ну, цель, это трудно сказать, отдельно какую-то причину назвать. Много факторов, и мы иногда даже не знаем, какие именно, что привело, какая причина. Но обычно, была. Так сказать, можно как-то обычно систематизировать тоже. Обычно осужденные они не говорят причину, какая. Или называют в основном только действия администрации. Ну, допустим, в следственных изоляторах практикуется такое, что есть, действительно есть пресс-хаты. Недавно даже получила широкую огласку в Перми. Там. То есть с помощью насилия выбивают? Да, выколачивают показания. В основном из совершеннолетних. Из совершеннолетних, да? То есть ломают, человека ломают, да? Ну, не,
С моральной точки зрения, конечно, да. Наносят непоправимый моральный ущерб. И после этого вот это слово? Ну, возможно, бывает даже, конечно, после этого, если, допустим, представится такой случай, человек находится в безысходной ситуации фактически, противостоять этому он никак не может, и терпеть ему он не может, то надругательство, которое над ним ведется. В войне между заключенными и администрацией в ход идут любые средства. Насилие используется во всех возможных формах. Издевательство, избиение, убийство. Ложь смешала правых и неправых. Часто невозможно добраться до истинных причин трагедий. В настоящее время в Нобл больнице города Соликамска находится человек, привезенный САИН 244-6/6 с пересыльного пункта. Находится с повреждением позвоночника, диагноз у него стоит. Раздробление конечностей, кости на пятках. При поступлении, перед оказанием определенной медицинской помощи, на моих глазах ему была предоставлена возможность о якобы выборе. В выборе лечения нужно было то, чтобы он написал и подписал эту бумагу, что якобы он упал с лесов, после чего получил определенные травмы. Только при наличии этой подписи и соответствующего документа ему будет оказана медицинская помощь. Что случилось? Ты как сюда попал-то? Ну, в лесу чекировал это, я чекировщиком работал. И вот самое, береза была с этого вот, как с, ну, от нее на вершинке вот рога попадает. Да. Когда расшокировала, она сыграла, и вот мне раз ударило это. И челюсть сломала? Да. А что такое чекировка-то вообще? С трактористом вот ездишь на тракторе. А и прямо по челюсти? Да, да. И ничего другого не повредило, только челюсть? Ничего другого. Что там случилось? Почему его челюсть оказалась сломана? Ну как, это как бы... Больные у нас всегда такой контингент, который боятся, скрывают свои травмы, механизм. И скрывают, все сваливают на производство. Что там березы там или где-нибудь падают, на лесенке подскальзывается и ударяется о перила. Но, как правило, никаких ссадин, ничего-то именно, что нет. А есть только синяк. И, как правило, он находится с левой стороны. Это то, что когда рукоприкладство приходится. Ударили справа, значит. Да, справа руки у нас как левшей же мало, бьются и попадаются, да, по нижней челюсти, и идет перелом челюсти. Владимир Сергеевич, вот за последнее время какие-то пострадавшие были из шестерки, ну, в течение, там, допустим, 3 месяцев. Из шестерки. Ну, из шестерки. Из белого ребенка. Да, вот приходили, тут у нас много больных было как-то один период. Шел как-то как период. В общем, несколько больных поступало. Идут с одним заболеванием. Сюда, на больнице, поступают. А из шестерки уже поступают нам с переломами челюсти. И все говорят, что, мол, их там выводят когда на работу, ну и бьют, скрывают. Вот как говорят, что там их побили, все шестерки. Из шестерки? Да, прямо из шестого. Не из белого ребенка? Ну, там их, они идут через пересылку. Uh-huh. Вот. Но есть, прямо было из белого лебедя, было человека 2 или 3. Недавно, да? Да. Но фамилия не знаю сейчас. А с какими травмами? Ну, все биты, все бьют, переломы, челюсти. Возможности для нарушений режима, для конфликтов с администрацией и так далее, здесь минимальное количество. Исключены вообще, они исключены. Исключены, да? Вообще исключены. А вот на зоне здесь рядом? Да нет, я скажу, здесь на зоне я тоже не слышал, чтобы там были какие-то конфликты на зоне. Ну, а как отношения с администрацией? Хотя в присутствии администрации, конечно, об этом сложно сказать, но все-таки. Разное бывает. Разное бывает, да? Ну, так же, нормально вроде. Если что-то натворю, допустим, конечно, и ругаются. Байки слышал тоже от тех, кто сидел, что вот на белом лебеде какие-то там существуют, типа ямы или карцера жуткие совершенно, где людей обливают водой на морозе там и так далее.
Не, ну за ямы я могу сказать, что в ямах сидели. Это раньше, давно еще, в лермонтовские времена, жили на костыле. В ямах сидели. Больше я не слышал, чтобы где-то в ямах. Я сам не сидел в ямах, не знаю. Как получилось так, что здесь 4 года? Ну, здесь со мной... Если это как бы полагается полгода быть там, ну, или нет, год? Нет, видите, здесь уже администрация она пошла навстречу, потому что я когда отказался от этих всех предрассудков, допустим, понимаете? Ну, в зону приедешь, допустим, масса там какая-то, она, ну, в те годы, когда я, допустим, назывался вором, она относилась ко мне так, понимаете, а сейчас уже они будут по-другому относиться. Ну, администрация, там, чтобы, ну, меня там кто-то не избил, или не побил, или не убил, понимаете, они мне здесь вот предложили здесь работать, будешь здесь работать, я согласился здесь работать. Ну а что на белом леве? А что здесь, мед, что ли, на белом леве? Это тюрьма. Здесь его никакого ни движения нету. Здесь он вот целый день сидит, он работает. Целый день он сидит, работает. И я целый день здесь хожу, но у меня хоть есть возможность выйти где-то там на свежем воздухе походить и все. А здесь ему целый день придется работать. А не будет работать, его в изолятор посадят. Будет в изолятор сидеть, там не покурить, там и покушать в обрез. Спит и хлеб снится. Здесь же смотрят за ними, чтобы они работали. Каждый день он мне, вот они, журналы у меня. За каждый день кто сколько выполняет норму. Каждый день проверяются журналы. Здесь же за ними контроль, за каждым же человеком контроль. И так в течение нескольких лет, да? Ну сколько он здесь будет находиться? А, ну, с здесь... первого дня, как пришел этапом, вот как с Воронкова его разгрузили, так за ним контроль. Все, он уже постоянно на глазах, он уже никуда не скроется. Поэтому они и боятся сюда? Да боятся чего? Чего они боятся? Боится человек, когда первый раз в тюрьму попадает, и да, он боится. А потом уже, когда немножко отсидел, он уже привыкает. Чего бояться? 25 апреля 1985 года. Учреждение АМ-244-6, «Белый лебедь». Бабушкин 17-10 был заперт в туалет из санпропускника ввиду прибытия этапа во время обыска. Обнаружен 18-10. Медицинское заключение. Страдал атеросклерозом. Перенес инфаркт миокарда, операцию на зрачках правого и левого глазных яблок. Причина смерти – разрыв аневризмы брюшного отдела аорты. Переломы 3-го, 4-го, 5-го ребер слева и 4-го, 5-го справа возникли при оказании реанимационных мероприятий, а именно непрерывного массажа сердца. Две ссадины могли быть получены при падении в момент потери сознания. Вывод перелома является посмертными. Подписи начальника ИТК-6, начальника спецчасти, начальника медчасти. Захоронен на кладбище города Соликамск. Положен головой на закат. Номерной столбик М-89. Согласно легенде, чтобы нечистая сила не смогла выбраться из гроба, в могилу необходимо воткнуть осиновый кол. В могилу бывших заключенных, куда их тела закапывают иногда по двое, трое и больше, согласно гулаговским инструкциям, также вбивают колы. И Вася Бриллиант получил в могилу кол от своих заклятых врагов. Но вскоре в Соликамск приехала группа антропологов из Москвы, которая обратилась в управление лагерей с просьбой об исследовании черепа знаменитого воровского авторитета. Немногим ранее милиции стало известно, что на воровской сходке было решено приносить клятву на верность воровскому закону над прахом Васи Бриллианта. Возможно, это тоже легенда. Но неизвестно, лежат ли под этой плитой, появившейся на скромном соликамском кладбище, останки несчастного, посвятившего свою жизнь беспощадной борьбе со своими врагами, прах у которых также нет покоя до сих пор.
как такого воровского закона официально, его нигде нету. Его нигде нету. Этот закон придумывают сами. Сами придумывают его тот, кому он выгоден. Воровской он закон, допустим, он гласит, чтоб я делал не для кого-то именно, не для фраеров, не для мужиков, а все это делается для воров, для своего личного блага. Или, говорит, там, честный вор. Ну, какой может, одно слово вор, какой он может быть честным, правильно же? Одно только слово вор. А вот ты не считаешь, что твоя система взаимоотношения с людьми, она заслуживает какого-то, может быть, пересмотрения хотя бы? Да, я это понимаю, конечно. Это, как у нас говорится, подъем по трупам. Если ты не задавишь, тебя задавят. Так и приходится подниматься, чтобы кого-то задавить. Но ты так, просто не выдержать в этой системе. Если кого-то не давить. Если ты будешь сидеть молчать, тебя просто задавят. А если ты будешь давить, ты будешь хорошо жить. Ну а на воле же не так? Ну а на воле, конечно, нет. На воле система-то другая. А тут такого нет. Тут даже вот как на воле человек спокойный, тихий, он считается, ну, за такого классного человека. А тут, который спокойный, тихий, он не считается вообще ни за кого. Его стараются опустить, унизить в глазах других. Ну нужно, я же в зоне тут на воле был, я не знал, что такое человека нож вогнать. Сейчас это мне сделать, как говорится, два пальца свои, знаю все, что нужно. Знаю, как мойку в руке держать, мойка это лезвие. Как нож в руке держать. На воле я это все боялся, а тут не боюсь. Потому что без этого не обойтись. И стояли башни рабочих, и солдаты дрейся чинячит, и в каком-то летнее жили, никуда не денешься от любви. Молодцом. Звонко. Все мы люди, все, ну просто попал человек, с кем не бывает. Ну мало там, оступился по молодости, а что теперь сейчас сделаешь? А он сейчас хочет по-хорошему жить, хочет человеческой жизнью жить, как все мы живем, люди, нормальные люди. А что теперь, как ему помочь? Никому ничего не надо. Да? Кому не обратиться, все это, да. Осталось что ему? Дальше идти, крас, воровать. Просто хватит уже, чтобы мне помогали. Мне кажется, я, наверное, сам выкарабкаюсь, как бы то ни было. Зубами, там, руками, ногами буду выкарабкиваться сам. Потому что я понял одно. Если брать у кого-то помощь, это всю жизнь ты будешь кому-то что-то должен. Это... На золото не вернешься? Нет. Считаю, что я туда не пойду. Если я пойду туда, я просто... Так кто-то меня будет закрывать просто-напросто. Или того убью, потом сам его сдернусь. А на зону я больше не хочу. Хорош. Уже наскитался. У меня просто сейчас одна мысль — остаться одному. И все. Вот это боязнь остаться одному. Вот это, что я боюсь сейчас в жизни, это остаться один. Больше ничего не боюсь. Ну, я скажу, она молодец. И мне просто, мне, наверное, счастье такое выпало. Хорошая девушка. И понимает меня, и все. Конечно, я грубоватый человек, но... Я думал, она от меня убежит сразу. Но нет. Еще пока не собирается убегать. Она тоже бывает, и срываюсь, и я ничего не получу, срываюсь, запиваю. И ничего. Пока мне с рук сходит. Жена у меня хорошая.